Земля для крестьян – главное богатство. В умелых руках она равноценна золоту. Благодаря правильному использованию земля становится и работодателем, и кормилицей, и любимым занятием. В Аликовском районе 10 сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьянско-фермерских хозяйств. На некоторых из них побывали мои коллеги. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. «Новый путь» – один из передовых и активно развивающихся хозяйств Аликовского района. Из года в год здесь получают стабильный урожай зерновых, кормовых культур, наращивают выпуск продукции животноводства. Общая земельная площадь хозяйства – более 3500 гектаров. «Новый путь» – племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота и свиней. Средний надой молока от одной коровы составляет более 7000 килограммов. Сейчас на ферме около 1300 голов крупного рогатого скота, 400 из них – дойные коровы, более 200 свиней. В рамках реализации инвестиционной программы в хозяйстве «Новый путь» построили склад для хранения сена, новую ферму на 200 голов. В рамках государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса в течение прошлого года получили безвозмездно с бюджетных разных уровней 51,3 миллионов рублей, в том числе более 34 миллионов из федерального бюджета и более 16 миллионов из республиканского бюджета, что позволило нам значительно укрепить сельскохозяйственные предприятия. Значит, передовыми хозяйствами у нас в этой области является хозяйство «Новый путь», хозяйство «Рабия», фермерское хозяйство «Журавлёво», хозяйство «Правда» и другие. Аликовский район – один из экологически чистых районов республики. И это не может не привлекать инвесторов. Сейчас бизнесмены собираются строить здесь логистический центр с овощехранилищами. Также запланировано строительство цеха по переработке продуктов. А пока на территории Аликова успешно развивается плодокомбинат. Здесь представлены консервированные помидоры, огурцы, грибы, варенья и много разных вкусностей на любой вкус. А главное, что они выращены на своей родной земле. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.